Ночью прихожу, это самое, она стоит двумя ногами в миске, этот корм пытается разгрызть, аж падает. Она будет кушать. Крышка стоит на это, да? По размеру-то. Так, Честер, ты зачем параноники выпустил? Что за это? Фу, Честер, ты что ел-то? Да он не ел, он параноники выпустил. Овца, сын овца. Да. Ков. Как ты не читаешь? А в голове? Наташа. А? В голове. В сравнении с сердцем, в голове фигня. Да? Основное, вот да, у нас проблема. Если это сделать, будет нормально. Это корабль. Нормально, да? Нет, будет нормально, если сейчас его сделать. Но вопрос, как залезть в такую грудную полость? Там проток мы посмотрели на УЗИ 1,7 миллиметра. Как читаешь? Это кардиохирургия. Это же грудную клетку надо вскрыть. В сердце залезть. Потому что если через еремную вену лезть, там ни один этот не пройдет. Ни один инструмент слишком тонкая. Все. А вы научите меня правильно писать слова? Она, почему такая маленькая? Потому что она есть не может. Она до миски дошла и устала. У нас и по породе маленькая. Ну, по породе-то по породе. Там вязались крупные довольно собаки. Да, она просто не растет, потому что не есть не может. И порог сердца у нее все. Отстань ты. Так говоришь. Честно. Веди себя прилично. Ты же порядочный мужик. Потому что буква «I» звучит, а звучит. Ну, уже он дольше ест по времени. Сил прибавилось, он всю ночь отпаивала сегодня. А это открываешь рот на следующий. Ма. Это вот это. Это мэр. Дальше. Давай, плюс еще скидки, пожалуйста. Нет, 4, нет, 5. Давай, бой. Бой? Какой считал, что его атаковали не по правилам? Какой очень здорово ушел от нарушения правил, но немножко потерял скорость, и вот здесь вот видел того. Вот здесь немножко, мне кажется, замедлил ход, надеялся, может быть, что кто-то справа откроется, в результате Карасава, отошедший за них. Мяч выбил, а тут уже контратака и... Второе слово. Ой, тебе писать. Ты разъелся, ты ест, целый день голодный. Ну что ж, спасибо.